Ребят, всем привет! Сегодня вышел я на работу. У меня стоит сильный запах на газели трансмиссионным маслом. Когда едешь после ТО, почему-то машина новая, выдали новую газель, Соболь. Вот, и после первого ТО, после 2000 пробега, начался сильный запах трансмиссионного масла. Сейчас решили поменять масло в коробке и посмотреть уровень, ну, залить нормальное масло. Вот, и сильный запах антифриза. Вообще воняет прям пипец. Сейчас будем менять масло в Соболе и заменим и антифриз тоже. Тоже сейчас сниму, все покажу. Так, ребят, залезли мы под машинку. Сейчас будем сливать масло с газели. Вот, с коробки. Вот этот гайку откручиваем. Тут шестигранник. Заливать будем сверху, наверное, скорее всего, с кулис, либо здесь сбоку. Вот она, еще одна гайка. Здесь. Не знаю почему, но запах прям вообще противный. Это просто ужас. Ездить вообще невозможно на ней. Сейчас будем менять. Смотрите дальше. Начинаем мы откручивать. Сейчас будем сливать масло с коробки. Вот, все, мы открутили. Сейчас подставим и будем сливать. Хотя масло новое, но я не уверен, то что оно... Вообще не уверен, что поможет и пройдет запах. Непонятно почему, но прям трансмиссионным маслом такой сильный запах. Это вообще ужас. В машине невозможно ехать. Вот. А так все новенькое, чистенькое вроде бы. Пока. Сейчас заменим. Фу. И потом будем менять антифриз. Тоже покажу вам. Вот мы сейчас подложим. Так, сейчас одной рукой неудобно. Еще масло горячее, только приехали. Ничего страшного, в принципе. Масло, конечно, не аси. Вон, смотрите, все в этой. Как будто коробка работает на износ. Вон какая стружка прямо. Смотрите, дальше сейчас вытру все. Вот у нас какое масло. Сейчас мы открутим вот эту пробочку, где проверять, как, ну, как она, как щуп, грубо говоря. И со стороны кулисы сверху я там откручу и буду заливать. И когда уже здесь покапает, уже можно будет переставать заливать, уже как бы нормам будет. Можно, в принципе, отсюда насосом сделать. Сейчас посмотрим. Смотрите далее. Мы будем отсюда заливать. Кулису я снял. Вот отсюда будем заливать масло вот такое. Лукойл минеральное масло 80-40. Сейчас зальем. Пробочку внизу закрутим. И нормально все. Будем проверять, будет запах, не будет. Вот даже сейчас стоит запах такой прям невыносимый в машине. Это вообще пипец. Вот мы заливаем масло. Сверху в кулису мы начали лить. Не стали здесь, в кулисе. Так проще будет. Сейчас как покапает, будем затыкать пробочкой обратно. Вот. Это масло не так сильно воняет. Вот, все пошло. Да, сколько вылилось-то? Так, ребят, все у нас
отсюда. Все, смотрите далее. Мы залили масло в коробку. Сейчас будем заливать антифриз. Сейчас будем его сливать. Сначала антифриз с блока сольем, с радиатора сольем. И потом уже будем заливать заново. Сейчас буду сливать, смотрите, покажу, где как что. Так вот, ребят, у нас получается здесь вот где радиатор. Вот, вот эта пробочка. Вот это. Там крестовая отвертка, либо прямой, но лучше прямой сделать. И вот она все, она открутилась. И начнет капать. Сейчас подложим что-нибудь, чтобы не капало. Так, ребят, ну, газель закончили. Масло антифриз поменяли. Вот. В принципе, сейчас на данный момент запаха я не чувствую, особого такого нету. Вот. И дальше уже будем смотреть, как что. Пока запаха нет. Так что спасибо всем за просмотр. Всем пока. Так, ребят, всем привет. Вчера меняли масло на газельке, на новой, на Соболь, точнее, вот. И запах так не ушел, остался. Не знаю почему. Едешь на ходу, ну, в пробках такого нету запаха, а на ходу едешь, прямо сильный запах идет от трансмиссионного масла. Аж голова болит от нее. Так что не знаю, что делать. Начальству доложил. Пусть разбирают сами, отдают ее, меняют. На ней ездить невозможно. Так что, вот так. Смотри. Всем пока, ребята.